душевная музыка, фуршетный стол и новые роскошные автомобили. Обстановка в салоне Toyota Center Шымкент напоминает презентацию новомодного авто. Но поводом для проведения такого мероприятия является не менее важное событие. Это вручение сертификата наивысшей степени Toyota Service Management. Его из рук генерального менеджера Toyota Motor Kazakhstan получил Шымкентский дилерский центр. Toyota Service Management – это программа, которая основана много лет назад на принципах бережливого производства Toyota, которая известна во всем мире. Сертификат стандарта высокого качества Toyota в процессе обслуживания клиентов – это одна из сильнейших сторон корпорации Toyota. Покупатель во всем мире имеет гарантию на высококачественный сервис. Приобретая автомобиль, клиенты всегда задумываются о дальнейшем содержании автомобиля. И на данный момент я могу сказать, что обслуживать автомобиль на нашем дилерском центре владельцам будет не накладно. Цены в пределах разумного. А недавно вот мы сделали колоссальное снижение цен на моторные масла, на расходные материалы. Я думаю, наши клиенты, наши покупатели будут довольны. Сертификат TSM требует от менеджеров оказывать клиентам услуги максимального высокого профессионального уровня. И сделать это можно, если как слаженный механизм будет работать каждый сотрудник компании. 400 вопросов. И все это стандарты Toyota, которые необходимо внедрить дилеру у себя. Дилер внедряет эти стандарты под четким руководством дистрибьютора, то есть Toyota Motor Kazakhstan. И после того, когда все это внедрено, мы проверяем и выдаем соответствующий сертификат, который подтверждает, что дилер достиг определенного уровня. Такие сертификаты в Казахстане имеют 3 центра. Теперь к ним присоединился и Toyota Center Шымкент. Бахром Абдуллаев, Антон Семенов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.